Хотел бы обозначить, что как бы инвесторам, донорам, значит, партнерам по развитию, помогая Кыргызской Республике, вы помогаете Центральной Азии. Я вам скажу, что Кыргызская Республика очень богата природными ресурсами. И как Албек Сембек сегодня в своей презентации сказал, что мы имеем более 45 тысяч рек, 169 километров наших рек. И если посмотреть с водными ресурсами, то мы имеем, значит, наши горы, это составляет около 95% гор. И в этих горах мы храним, значит, водные ресурсы наши, это ледники, это где-то около 650 километров кубов, это озера, это, значит, наши реки. И в год мы около 40 миллиардов воды, мы, значит, у нас идет сток рек, водных ресурсов. И мы только используем около 8 миллиардов кубов этих, значит, водных ресурсов. Остальное все уходит, значит, в наши соседние государства. И я хотел бы акцентировать внимание здесь, уважаемые коллеги. Вы сами знаете, что сегодня у нас идет рост населения и происходит рост потребления. Из-за этого сегодня главная наша цель – это Камбарата-1. Если мы, значит, строим Камбарата-1, то мы получаем что? Мы, значит, покрываем, значит, наш дефицит электроэнергии, и мы обеспечиваем водными ресурсами соседних стран. Так что здесь очень главная мысль – это, еще раз повторюсь, вкладывая в Кыргызстан, это вкладывая в Центральную Азию.